короче, ничего не предвещало беды. Пошел день четвертый. Приехали опять на дачу. Сегодня только уже с ночевкой. У нас протекает бассейн. Протекает бассейн в двух местах. Был скотч с Джума. Он визжит, если видно. Жестко визжит. Был скотч с Джума. Типа в воде клеит. Только он что-то друг к дружке нахуй приклеивается. А больше не клеит. Хуй его знает как. Но факт в том, что бассейн пиздец бежит в двух местах. Это хуево. Сейчас там поехали за клеем, за скотчем. Будем что-то мастерить, думать. Клеить как-то его. Потому что это не делано. Воду надо набирать у нас. Пожарки летают нахуй. Вон, если видно. Где-то там, короче. Вот так. Дымище, пиздец. Леса горят. Леса горят жестко просто. Сейчас тоже видос смотрели. Рядом городок небольшой. Гарнизон Югорск-2. Там вообще пиздец, полыхает все. Это у тебя холодная вода? Нет. А так что, все, хули, ждем. А, нет, еще мы должны разобрать продукты. Так как у нас все девушки играют в телефон, правильно? Да, Алиса? Так ты бы могла пока как хозяйка-то и распаковывать все, нет? Уже я сам. Взяли курицу, грибочки. Куха влезла, куха. Курица. Морозилка. Помидоры. Огурцы. Тоже овощи. Курка едет на телеге. Хуй на скорой помощи. Ха-ха. Еще грудинка есть. Кабачок, лимон, хлеб, майонез, яйца, ну и все. Все еще вафель здесь. Бассейн бежит, это плохо. Ну если что. Ну а так что? Сиропчик есть. Мы как обычно не пьем. И как ни странно это. Мы за сухой образ жизни. Вон пожары, леса горят. В Талово аж прям на даче вон видно. Как будто рядом, блядь. Пиздец какой-то. Там вон. Горят все леса. Парилка просто хули. Ну нихуя, все потухнет, наверное. Так, вот заклеили, вот он, лотки,
3 штучки сделали. Нормально. А ты, кот, говоришь, новый. Я же говорил. Вот, решили перекусить. Перловочка, 3 баночки. Алтайская. Алтая, привет. Запашок нам нравится. Вообще кашка бомбочка. Сейчас поджарим, сядем, перекусим. Покупайте, ешьте. Очень вкусно. Пожары смотрят. Мы решили сделать курочку на вечер. В эту курочку я добавлю майонезика такого, чуть-чуть, приправа для курицы и томаты, базилик и чеснок. Для начала я добавлю приправку. Вот так вот. Всю пачечку я высыплю. Запах приправы нечушный такой. И вот этой приправки, вот как она выглядит. Но я ее всю добавлять не буду. Я ее чуть-чуть. Все не надо, все много. Сверху я все это сделаю дело майонезиком. Немного, так, чуть-чуть. Все, остается мне это дело перемешать. Я это все руками перемешиваю. У меня тут нету никого. Малые в этом, в доме. Бориска поехала за Анюткой на работу. Так все это замариную, курочку промариную. Потом мы ее просто кинем на этот, как он, скажите, на решеточку и зажарим на решетке. Дрова я уже все приготовил, все у меня готово. Сейчас ее промну тщательно, сидя еще неудобно. Пусть она пока постоит, помаринуется чуть-чуть. Такая курочка. Пахнет вкусно, маринад. Так, сейчас я ее уберу в холодильник. Дровишки на завтра приготовил. Тут уже стоит. Мало ли что варить будем. Жарить, парить. Тут у нас уже все готово. С таких уголь делаем. Мелкий у нас приболел, да, мелкий? Так что смотрим далее. Басик мы уже набрали, как вы видели. Сейчас уже конкретно набрали. Все у нас не в порядке. Заплатки сделали. Все сделали. Водичка, конечно, это прохладная. Прохладная водичка. Но я думаю, сегодня я вам продемонстрирую. Одену одежду, чтобы было потеплее. И нырну. Солнышко у нас значительно шпарит. Опа. Солнышко шпарит у нас вообще, дай боже. Васик вообще огонь. Купоньки будем делать сегодня, хоть и не прогрелось, но испытать можно. Так-то у нас колесо есть, если что, мы в колесе можем все это делать, но сегодня продемонстрируем здесь. Ну все, там что буду обжаривать, так обжаривать буду, так покажу, что да как. Да-да, не удивляйтесь, в туалете, в туалетике растут цветочки. Прикольно, кстати, выглядит. Мне нравится. По фэншую все.
Вот так вот. Так что смотрим далее. Ребят, еще что хочу сказать. Подписывайтесь на телегу, кто не подписан. Там будем общаться. Все, смотрим дальше. Так. Иди сюда. Идем. Куда пошел? Не иди за ней, иди. Идем сюда, пошли. Вот наш Собакин. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Карапузик. Походняк такой у него, да? Идем, идем, идем. Жук кастрик. Потихой. Сейчас уже Анютка едет. Сюда. Пока прогорит. Угли сделаем. Курочку. Вот сюда вот. Засунем на решеточку. Приехала Анюта. Смотри. А? Кончок, винишко. Баночки. Плавают как по круговороту. Плавают банки. Будем пить. Наверное. Как из дракоши. Ползет дымок. Будем здесь макароны варить. А тут курицу жарить. Мяско. Мяско, мяско жарим. Курочка. Курапаточка. Уф, уф, уф. Вот мяско какое получается. Уф, аф. Курочка какая. Вся. А чё она пенится? Пенная такая. Мы её полили этим. Да с раствором и этим, как он. Фейри ещё добавок. Макарошки. Анюта варит спагетти. Салам. Все? Да. Угу. Вторая сторона. Шикарненько. Коньячок. Чекушонок мой. Русский дар. Я запиваю. Щавель. Барбарис. Вянишко. Лимонадик Барбарисик. Сигаретки, то все. Сейчас будем есть, употреблять, есть. Мелкий. Вот. Шашлычок. Под коньячок. Вкусно очень. Спагетти. Свадьба у нас там в Малиновке играет. Ну все, полетели есть. Приятного аппетита. Мадам с сигаретой. Время, короче, 1:00. Все легли спать. Никто больше спать. Никто больше не хочет сидеть. Один только я. Всем вам привет. Двери запили. Доброе утро. День 5. Время. Да хуй на сколько времени. Башка. Спросите, что башка? Башка болит, пиздец. Череп ломает, сплю. Домики жарко, пиздец. Сейчас лягу вот сюда, вот на улицу. Беседочка. Свежий воздух, нахрен, я не знаю. Ну, похуй.
Русский, да. Сейчас я могу ехать на... Ну, башка, конечно, вылезет знатно, но... Это день пятый, и будет все в одном ролике. И четвертый, и пятый. У меня просто башка болит, это пиздец. Невыносимо. Свечет. Включимся попозже. Да? Обнял, ушел. Ну чё, вот я встал. Проснулся. Ну как, все проснулись мы. Решили приготовить опять же. Что приготовить? Это вроде... Пиздец это вроде. Что это, как называется? Анюта? Грудка, грудка. Куриная грудка. Мы, короче же, мясо не едим. Чисто на курице, потому что мы на диете. Сейчас обжарим. И сюда сейчас я добавлю еще грибочков сразу. И пусть это все жарится. Я уже поменял цвет, окрас для глаз. Сейчас добавляем сюда грибы. Шампиньоны. Вот добавил шампиньоны. Такой шмат. Сейчас он растает. Шампиньончики какие. Кусочек. Как нога какая-то, я не знаю. Ну что получится в итоге, то что увидите. Так что, счастья, здоровья. Все. Пятый день. Пятый и четвертый день будет все в одном ролике. Все в одном, ребят. Ах, красотища. Огонь аж захватывает все. Поглощает. Все. На дымку сейчас все это сделается, ништяк будет. Смотрим дальше. Вот добавил приправку я. Вот такую половинка была. И такую универсальную. Все это добавил сюда. Сейчас все это перемешаю. Грибочки. Да, эти. Куски курицы. Все это сейчас обжарим, будет вкусняшка просто. Вот, все у нас. Сок дало какой, а? Аромат. Если честно, нихуя. А, не. Почувствовал. Все. Нормально. Вот так вот. Огненное. Сейчас еще дровишек подкину. И все будет хорошо. Вкусняшка. Сейчас пойду вон туда купаться. Я. Все увидите. Вкусняшка. Все, закидываем дрова и топчем. Все, готово? Да. Все готово? Да. Второй день. Или второй в одних и тех же трусах. Так до дома не везут. Переодеться не могу. Решил поплавать я в бассейне. Он у нас холодненький, райский. Может, ты со мной? Нет. Тебе нельзя. Сейчас покажу я вам, как плаваю под водой. Кружите меня, кружите с севера. Да? Все, поплыли. Почти. Как будто я бегу. Ну все, все, вот так. Басик у нас есть. Все есть. Ну что делаешь, Рома?
пьем нулевочку, Балтику. То все, закусываем миску. Пошлите, сейчас покажу вам мясо, которое мы делаем. Все за мной, Паул. Тем временем у нас грибочки с миском тушатся пока. Пока тушатся, потом пожарятся, как вода выкипит. Все, смотрим далее. Все, мясо готово. Сейчас будем ставить воду на спагетти. Простой рецепт. Обед будет у нас. Обед. Время первый час. Сейчас сядем, пообедаем. Мясо, грибочки. Все по фэншую, ребят. Вот так вот. Так что все. Сейчас это убираем. Ставим воду на спагетти. Все, ништяк. Закидываем макароны к нашему мясу. Кого? У меня майка растянулась. Закинули макароны. Сюда надо, можно потише? Сюда надо добавить, короче, маслица. Я так думаю. Я так думаю, сюда надо добавить масло. Соль уже добавил. Маслица, да перемешать все это дело. И все. Готовим, короче, дальше. Ничего особенного. Все по-простому. Простые рецепты. Все простое. Нихуя я зарос, да. Вот это да. С добрым поехали мы домой. Закончился наш 5-й или какой 6-й день. Понеслись до дома, до хаты. Давайте.